Вторую неделю подряд в Крыму наблюдается значительное снижение по заболеваемости коронавирусной инфекцией – меньше сотни. За последние сутки было выявлено 67 случаев заболеваний ковидом. Среди них 50 зафиксировано при обращении за медицинской помощью, и 17 оказались контактными по ранее зарегистрированным случаям. Скончались 5 человек. За сутки были выписаны 139 пациентов. За весь период выздоровели почти 32 тысячи граждан. С момента начала пандемии на территории республики COVID-19 подтвердился у 35 857 человек. Общее число летальных исходов – 939. На данный момент эпидемиологическая обстановка в Крыму улучшается. Низкая динамика заболеваемости позволила снять властям республики некоторые ограничения. Напомним, с 1 марта разрешено проводить банкеты, корпоративы и свадьбы. А в кинотеатрах и театрах теперь залы могут заполняться на 75%. Однако по-прежнему сохраняется обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции и мер дезинфекции.